Смотрите, где вы нашли, какую... Где вы... Маленькая такая, как бухта в море. Да. Саня. Я видела медузу. Уже? Да, да ты что? Да. Они же только в августе приплывают. Я видела, вот там когда... Саня, смотри, что это такое? Ой, я под... Эти корни. Я думала, что что-то такое выплыло. Знаешь, было похоже на птицу, на птицу. А тут, знаешь, с корабля, наверное, что-то такое. Это как... Вау! Росы. Как некрасиво, да, на побережье такие вот всякие, потом птицы в них вот так вот, знаешь, бывает, что... Смотри. Бывает беда. Заматывается ножками или еще как. Ну, сейчас мы дойдем, слушай, до следующего какого-то тут пляжа. Там, видишь, еще какой-то пляж. Мама, смотри, тут вообще здесь. Ну, давай, ходи тогда тут, побудь. Тепленькая водичка, да? Вот здесь вот можно попробовать. Ну-ка. Да, 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 теплая. Как ручеек. Класс. Смотри, какие ноги белые. Подошки, да? Да. Да, потому что ты знаешь же, ой, какой жучок. Давай мы его спасем, Сани. Да, бедолага. Их много очень в этом. А он летает, смотри, умеет. Да. Ну давай, лети, друг. Лети, лети. Он, я только... он не кусается, слушай. Нет, я боюсь. Он не кусается, я его трогала. Он лучший мой друг. Он жучок. Бедолага, а то он потом его я волны видела... возьмут и все, я он видел... утонет. Я видела, там вот очень много таких. Да? Бедолага. Напишите, или мне идет бейсбольк. Ну полетишь или нет? Нет, нет, он еще думает. У него крылышки мокрые. Давай мы его куда-нибудь на песочек. Вот сюда. Вот здесь машины есть. Или давай туда понесем. Там трава какая-то растет все равно. Вау, как тут жарко. Я представляю, что в дюнах сегодня делается. Наверное, вообще как в бане, как в сауне. Вау, как жарко. Очень. Сейчас я его куда-нибудь в тенечек вот какой-нибудь положу. Вот тенек, вот. Ну давай, иди сюда. Вот так. Да. Саня, давай ты его сними от меня. Я боюсь. Ой, вот так, все. Вот так вот. О, и вот так вот, вот. Вот он тут будет вот себе, так вот. Пока обсохнут вот крылышки. Вот. Лейкусик, лейкусик, лейкусик хочу. А тут мы с Аней нашли покруче жука. Живой! Саня, он живой! Ой, он не мог, видишь? О, какой большой жук! Смотрите, вот моя ручка. Вот, смотрите, какой он большущий, бедный. О, вот моя ручка. Смотри, все, он все пополз. Ура, пополз, мой любимый. Опять. Слушай, видишь, он, наверное... Это горка. Горка. Подожди, а как ему так? Он летать не умеет или что такое? Почему? У него, смотри, задние лапы, он их не... У него задние... Все время, видишь, падает почему-то. Я только не знаю, почему у него ножек нет. Видишь, одной... Ой. Бедный, бедный. Что делать с ним? Слушай, может ему... Он так умрет. Колбасится. У него муравьи. Угу. Все. А вот это, этот как, вот, мама, смотри, вот, покажу этого толстого. Да, тут всяких вот есть, и тут на траве еще один такой вот, какой-то вот прилипший, такой толстяк. А вот этого так жалко, я только не знаю, что с ним теперь делать. Он не кусается, не будет. В тенечек куда-нибудь до его, слушай, если ему Саня... Давай я сдаю, сделаем домик. И вот сюда куда-нибудь, не домик. Видишь, он почему-то на животик. Вот я вот так не ему хочет. Делаю, чтобы он не упал, если перевернуть. Ой, смотри, что-то. Что там еще? Осторожно. А мы сегодня этим котенком, давай его сегодня покажем. Ну обязательно сегодня. Все твое, это как это называется, ферма котов у Сани за окном. Он крылышки распустил.
полети, давай, давай, тебе получится. Наверное, он... У него одной вот этой передней лапы нет. Да. И он не может с ней перебирать. Вот, не бойся. Надо куда-то... Вот так. Какой-то дискомфорт, видишь, у него что-то он никак у не может... У него лапы что-то... задние не двигаются. Ну-ка, 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 давай. Ауч! Давай на этот, вот этот, вот, давай. Вот так. Вот. И давай его поднимем, и может он полетит. Отпусти. Ты боишься его, Саня? Я думаю, знаешь, как надо сделать. Так вот поднять? Это все дело вот куда-то вот так, смотри, вот, чтобы у него тут было высоко. Вот, смотри. А пусть если он упадет. Ну, упадет, а так тогда уже упадет. Я уже тогда вот. Все. И пусть он здесь себе будет. А что? Хорошо придумала. Ну. Спасли? Да! Давай пять. Тюню! Всем привет! Ну что, Саня уже решилась по-настоящему искупаться. И все. Теперь не вылезем из воды. Вода прекрасная. Папа уже, я не знаю, наверное, каких 7-8 раз был. Ну как, Саня, водичка? Теплая! Теплая? Молочинка. Вау, как хорошо тебе. Ну, сегодня вообще, слушай, рай. Не надо ничего больше. Сегодня очень теплая вода. Прекрасная вода и прекрасная погода сегодня. Я надеюсь, что такая погода еще побудет. Смотри, мам, я сейчас приду. Ну, давай. Нет, я туда так не пойду, Саня, с камерой. Мы сейчас вот там ходили. Ну давай, давай, я тебя поснимаю. Давай, я пойду. Хорошо. Я буду вести. Хорошо. Свое царство. Хорошо. Русалок. Царство русалок. Все, окей. Идем. Идем. Где-то царство сейчас пырнет меня волна, бабах будет мне. Ух, молодец. Ай, мое царство. Царство русалок. Ну тут холодная вода. Да? Так что, назад? Будет очень классно. Я как маленькая была, я так делала. Вот волна приходила, я прямо на нее вот так ложилась, знаешь? Да. Они такие мягенькие. Тут очень жесткий. Жесткий, да?
Так давай, может, идем поищем, где он немножко лучше. Молодец. Видела, молодец. А я покажу, как я умею плавать. Ну давай. Идем пока. Вот. Да, тут школа, конечно, из Пиписа и Аркаса. Я плыву! Я плыву! Пока, Сани, куда плывешь? У меня голова! Еще раз! Я иду за тобой. Ой, я как русалку в деревне. Ой, меня бежит. You are not mermaid. I don't know in English, mermaid, русалка. Я здесь, а я буду тебя догонять. Давай. Я иду. С ручками, да? Ну что, хорошо. Хорошо? Ну нет, давай, ты плыви вот так понемножечку. А я за тобой. Я плыву. Я видела? Да? Вот, смотри, я плыву. Ну я вижу, вижу, как ты плывешь, молодец. Видела? Видела. Я иду поглубже, вот здесь. Давай. Смотри, раз, да? Я видел. Нет, тут уже мелко. Ну иди ко мне. Я не буду брызгать. Нет, так я знаю, Саня, что ты не будешь брызгаться. Вот меня сюда, волны вот брызгают. Вот сюда. Вот сюда. Представляешь? Царство русалок. Ты вылезла уже все, русалка на берег. Я сейчас вот отсюда буду вот так вот плыть. Ну давай. Да? Молодец. Это царство собачьи. Вот, смотри. По-собачьему, кто плыть умеет. Да. Я очень хорошо умею по-собачьи. Да. Хороший стиль, я бы так сказала. Я когда была маленькая, тоже по-собачьему плыла, я в ванной я научилась. Смотри, сейчас будет прикольно. Я собачка. А теперь к тебе. Раз, два. Нет, и не иди. Не знаю, сейчас, наверное, Саня не очень-то и вылезет. Это можно и 2, и 3 часа потом вот так вот сидеть с камерой, потому что это уже все теперь капец. Это уже теперь надолго.
Купающийся так вообще не очень, я не знаю, нету, чтобы нигде. У Балтийского моря такое есть, так сказать, что ты идешь очень мелко, долго, долго-долго, и потом вот кто идет там далеко, они боятся. Они вот где тут мелко, так и купаются. Вот еще одна подружника пришла к Сане. Да, такая смешная девчонка, сейчас покажу. Вот. Я уже Сане предлагала, говорю, иди подружись, такая девочка милая. Ну, как-то и одна, и другая немножко, они, наверное, как-то за... Не знаю, как-то друг дружке не очень подошли, все. И вот так как-то стесняются, наверное, что ли. Ну что, Саня, давай вылезай, может, уже. Потом переоденемся, еще потом придешь. Не, вот этот звук этих волн, вот это такое шум моря, я не знаю, это что-то такое. Я бы его слушала и слушала, если вы слышите этот звук, волна за волной, так прямо... Хорошо все кажется. Супер. Ну что, ставим лайки, подписываемся. Да? Будьте все счастливы, любите друг друга, любите своих близких, семью, маму, папу, кого есть еще родители живые. Всем пока-пока, хороших вам дней, хорошего вам лета, ребята. Всем пока-пока. И на восьмерок.